Опять мне косули деревца пообщипали. Настоящий ведьмак. Но! Гестера, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Дерван, а не Гестера. Да как же так? Вперед, плотва! Я знаю, как тебя на пострижение нарекли. И вообще, что за имя такое Дерван? Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака гулять. Тот аккурат случился у околицы. Да? Что такое? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгеардского лагеря знает, где искать Йеннефер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Помочь тебе? Бегать по полям и собирать травки? Спасибо. Я как-нибудь сам справлюсь. Oh!
Дикая охота на небе всегда к войне. Я должен быть. Все будет хорошо. Здравствуйте. В башне шумит. Молодой барин Флориан молодым представился, без потомства. Добрый день. Да он, если бы до старости дожил, все равно. Привет. Как тебе рассказывать? Ну, лучше мысла спросите. У него никакого стыда нет. А может, вы бы нас от Злата избавили? А, проказа! Глория Нортхайм! Говорят, женщины севера моются раз в три месяца. Бабка мне рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Так ему чик-чик, башку-то и отрубили. Было такое. Только мальчонку утопец сожрал, а ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришьешь. Говорят, положили тело его в склеп. Ну? Oh.